Богдан, несмотря на то, что команда уступила в Кубке России «Торпедо», поздравляем тебя с дебютом. Первый выход твой в основном составе. Когда узнал о том, что выйдешь в старте, и какие эмоции испытал? Спасибо большое за поздравления. Узнал буквально за неделю, наверное, до игры. Было волнение, конечно, немного так. Но когда вышел на разминку, все пропало как-то нормально. Погода не очень удачная для меня была. Дождь шел, мяч такой скользковатый был. И так вот, в принципе, игра прошла. Эмоции отрицательные, конечно, то, что проиграли. И единственное, что рад, конечно, что дебютировал наконец-то. Это большой опыт для меня, колоссальный. Что придает вот именно этот опыт, то, что ты вышел впервые в основном составе? Это какая-то уверенность в своих действиях или, может быть, что-то еще? Да, это уверенность. Анализируешь после игры, какие недочеты, как ты мог сыграть по-другому и как настроился, может быть, по-другому на эту игру. Вот так, в принципе. Что говорили партнеры по команде, те, кто постарше перед этим матчем? Что говорил тренер по вратарям? Партнеры все поддерживали, настраивали меня на игру. Перед игрой самой, когда выходили на поле, все отлично вообще поддержали, благодарен нам. Тренер Виктор Эрихович сказал играть спокойней, уверенней и не допускать каких-то ошибок элементарных. Вот, а так все делать то, что я могу. И... С первых минут вышел, а сразу, как говорится, въехал в игру или потребовалось какое-то время, чтобы уже спокойно себя начать чувствовать? Первый момент был сразу у нас ворот у наших, и первый удар я сразу поймал, и чуть-чуть уверенность появилась в действиях. Вот, а потом там неудачный момент был, мяч выскользнул, я говорю, сырой был чуть-чуть, и так, в принципе, нормально, ничего. Уже проанализировали игру после того, как матч завершился, и с тренером, и с ребятами, с коллегами по цеху, с Женей Конюхом, Сережей Рыжком? Нет, пока еще ничего так особо специально не анализировали. Так, для себя лично думал, как там, может быть, по-другому мог сыграть. Вот. А это еще разберем, видео посмотрим, нарезки.